Любовь Алексеевой. Аплодисменты, пожалуйста. Я попробую сейчас начать без микрофона. Всем на свете, всем для решения родительских проблем открыт веселый детский сад. Его представить вам я рада. Детский сад «Новатор». Мы находимся на Алексеевке по адресу улица Цезаря Кюи, 26. Детский сад. Почему так говорят? Потому что дружно в нем. Мы одной семьей живем. Дети в садике растут, здесь играют и поют. Здесь друзей находят, на прогулку с ними ходят. Вместе спорят и мечтают, незаметно подрастают. Детский сад – второй наш дом, как уютно и тепло. Дом, в котором все окна распахнуты в детство. Я любуюсь тобой, не могу наглядеться. Мне милее и краше всех зданий на свете. Детский сад «Новатор», в котором с утра собираются дети. Поселились здесь сказка, звучит громкий смех, и внимание ласки хватает на всех. Это вам не то, что дома, это школа малышей. Здесь мы делаем зарядку, ложкой правильно едим, приучаемся к порядку. Детский сад необходим, учим мы стихи и песни. Места нет для нас чудесней. И в преддверии новогодних праздников я бы хотела всех поздравить с наступающими не только со Святым Николаем, также с Новым годом, с Рождеством. Пожелать вам в грядущем году, чтобы в вашем окружении были исключительно положительные и доброжелательные люди. Переживать вам только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню. И пусть этот Новый год станет для вас особенным. А мы в подарок дарим вам 10% скидку в нашу сказочную страну. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Наши конкурсанты покушали, набрали силы, энергии перед конкурсом танцев. А сейчас мы объявляем конкурс «Бизи мама», в котором наши мамочки с детками и вместе с феей познания, фея познания отзовитесь,